Скажите, пожалуйста, в целом, как вы оцениваете интервью с главой государства? Был ли он с вами открыт, на ваш взгляд? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как сегодня японцы оценивают Беларусь в свете того, что происходит с нашими соседними странами, Украиной и Россией? Ценю, конечно, сегодняшнее событие. К этому мы очень долго готовились, это полтора года. И поэтому это прямой разговор. И я думаю, что на откровенный диалог у нас состоялся. И очень меня удовлетворяет. Что касается взаимоотношений между Японией и Белоруссией, то я считаю, что они очень близкие, но тесные, прямые отношения, так как ваша страна пострадала от аварии Чернобыльской атомной станции. И если говорить об отношениях между нашими странами, между народами, то очень, полагаю, очень надеюсь на углубление, дальнейшее углубление на отношения на уровне простых людей, на уровне профессионалов, в том числе журналистов. Мотто вкаку нареру то моимасио.